Всем привет, мои любимые! У нас уже появилась первая клубничка. Вот такая красота, пахнет обалденно. Я дотронулась просто рукой, и у меня уже руки пахнут клубникой. Понюхайте. Вкусно! Первая клубничка. Ребятки, всем приятного аппетита, кто кушает со мной. Сегодня пельмешки с помидором. Не ездила я в город все-таки. Говорила вам видео о макияже. Такой потом ливень пошел. И до сих пор тучи тоже на небе. Но вот как я только сняла видео, потом такой ливень, гроза. Моя кошечка прибежала ко мне. Она у меня вообще не трусливая, но испугалась грозы. Муж с папой на квартире. Мы там уже официально прописаны в квартире. Уже все, все документы, все решили. Папа с мужем постоянно там и вчера были. Ну, каждый день, в общем. Убирают весь этот мусор. Тут я только помогаю информационно. Допустим, муж если напишет, найди людей, чтобы это сделать, чтобы плитку, там, чтобы побелить стены, выровнять, проштукатурить, вроде правильно. Я не разбираюсь, но, в общем, давай выставим, говорит, на куфар, продадим ванну эту чугунную, все равно будем новое покупать. За копейки, может, кому надо. Получается, я на трубке, я на связи. Мне там реально делать нечего, потому что там все делают папа и муж, и люди, если приходят, помогают. Соседи приходили, помогали. Следующие этапы. Буду тоже снимать на видео, ребята. Ну, как вот это где видео с роллами, я там, да, тоже кусочек вставляла же, что у нас сейчас там в квартире происходит. Там полный разгром пока что, но это уже наша квартира, мы уже там прописаны, как положено. Ура-ура. Нам никто не звонил, ничего не говорили. Может, та девушка и не собирается уже ничего расторгать, которая с нами ругалась. Что мы не могли ее из квартиры не выгнать. Ну, человечки просили просто уже выехать. Пока тишина. Вот и выходные пролетели. Мне уже завтра на работу, ребята.
Вы что, специально нарвала пиончиков, уже беленьких, да? С такой, как розовинкой. Помидор такой вкусный попался, спелый, спелый, сочный, огромный. Вчера ругалась на кофере. Мне как-то написали, что ну, в комментариях, что вы такая добрая, что вы даже злиться не можете. Ну, такое ощущение. Я такая, ну, думаю. Неужели так на самом деле? У меня такое ощущение, что столько много негативных тоже видела. Но я такая злюка на самом деле. У меня вот такое ощущение, ребята, поставь мне 800 человек, мне они будут доказывать одно. Тоже вот на куфоре, там мне доказывают одно, я буду как баран упёрто доказывать другое все равно. Как говорится, свои права знаю, в обиду себя не дам. В нашем мире, ребята, главное себя в обиду не давать. Часто так происходит, что люди там борются за какую-то, за одну правду, да, но за собой не замечают. Я вот говорю, вот вы ко мне пристали там по такому-то вопросу. Это не покупатель, у меня ничего не покупали, это... Представили, что я, типа, дорого продаю товар. Ну, там один. Я объясняю, это мой продукт, это мой товар, и я сколько хочу, столько, ну, за столько я оцениваю его. Это моя БУ вещь. Я решаю, за сколько мне продавать. И у них там есть своя группа какая-то, у этих людей, которые начинают вот толпой нападать на человека. Знаете, вот как СМС, то есть целая группа, и они начинают писать. И я каждому поотвечала. С одной стороны, я понимаю, я так люблю ругаться. Но не матами, а... Все воспитанно и аккуратно, потому что смысл что-то вот, допустим, себя защищать, да, и в то же время там подкидывать какие-то оскорбления, маты, это все во вред наоборот мне. В общем, ругались мы, ругались, итак я говорю, а вот у вас, вы знаете, что вы работаете незаконно, вы знаете, что вам нельзя то-то, то-то, то-то. И тут сразу человек замолчал.
как за мной то, что я там стоимость выше поставила, он заметил. И все начали мне писать. Ну, из их группы, у них специально есть группа какая-то. Я искала, пока не нашла. Там, видимо, по приглашению вступают. А как нарушают закон, так нарушают. Я просто специально, я думаю, говорит, вы мне мстите. Я говорю, я вам не мщу. Нет. Я не мстила, просто я хотела показать, что он не ангел. Я говорю, мне по сути все равно. Просто вы тоже не ангел. Вот и все. Да, я говорю, я не нарушаю закон, потому что я свою БО вещь продаю за сколько хочу. А я не продаю дороже, чем купила, понимаете? Вот. А он делает другие махинации. И они шифруются, а я показала себя. То есть я говорю, я могу в любой момент подойти в отделение милиции, и мы с вами обсудим этот вопрос, потому что, говорю, я свои права буду отстаивать. Даже если, говорю, в суде будет 800 человек, я все равно буду отстаивать свои права, потому что я знаю, что я права, и все, и я ничего не нарушаю. Вот так, ребят. И я поняла, что просто... Мне нужно меньше реагировать на какие-то подобные высказывания. Могло бы все выйти вот как. Мне написали, допустим, вы поставили завышенную стоимость. Я бы просто написала мой товар, за сколько хочу, за сколько выставляю. И все. Мое право. Нет, надо было это. И потом же добралась я до их сайта. До Инстаграма. Нашла я их. Все-таки вычислила везде. Всех попроверяла, и они так боятся, так шифруются. Ну, я нашла некоторых там людей. Вот такая я дотошная заноза, блин, в попе. Тут уже человек будет рад, что мне написал, и это целая толпа. От души благодарю за просмотр, ребята мои, целую. До новых встреч. А, просила, чтобы мама со мной снялась на видео. Она, нет, и все, не буду. Стесняшка моя, а до этого, пока я подготавливала мукбанг, ну все, к мукбангу, она мне про кроссовки прожужжала все уши, она вообще болтушка. Я думаю, что она молчаливая вот у меня на канале, но нет, она такая болтушка, кто знает ее в реальности, тот знает. До новых встреч, пока-пока.